Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу ваших теплых полов. Вы хотите, захотите, будем разговаривать, а камеру убираем. Ну, пойдемте. Вот так встречает комиссию житель одной из квартир дома номер 183. Нашу группу к себе он в квартиру так и не пустил, что и понятно. Именно здесь инспекторы и обнаружили причину огромного перерасхода горячей воды. Провели снова повторное обследование квартир, которые мы не смогли зайти в мае этого года. И вот в квартире 89 собственник нас допустил, выявлено. Теплый пол, который подключен к системе горячего водоснабжения, помимо прибора учета квартирного. Мы считаем, что это незаконная врезка, незаконное потребление и подключение водонакопительного прибора, который должен быть отключен немедленно. Искали неплательщика долго, с февраля. Именно тогда жильцы заподозрили неладное. В доме установлен общедомовой прибор учета. Его показания в этом году увеличились более чем в два раза. Мы начали обращаться. Мы обращались в администрацию, мы написали жалобу. Мы писали в Роспотребнадзор, мы писали в Теплоэнерго, писали в Домоуправление, писали. Мы даже написали в Краснодар жалобу. Представители Теплоэнерго, Домоуправления и администрации района обошли всех жильцов. Неучтенное потребление замечено только у жителя 89-й квартиры. Теперь владельцу теплых полов придется возместить убытки снабжающей компании. А та, в свою очередь, проведет перерасчет с соседями злоумышленника. К слову, жители дома собираются подать коллективный иск в суд. А все сегодняшние протоколы будут переданы в полицию и жилищную инспекцию. Галина Моисеева, Татьяна Дубовик, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.